Она вот такая умная, сильная, креативная и жаждущая делать что-то новое. Она, это нижнекамская молодежь, удостоилась наивысшей похвалы от мэра города Айдара Метшина. И он действительно так считает. Сегодня весь эфир был посвящен новому поколению. Как правильно заметил Николай Фомин, радиоведущий популярной станции DFM Нижнекамск медиахолдинга НТР, молодежь у нас серьезная. Поэтому и вопросы в студию задавали наболевшие. Например, о дороге от Афанасьевского кольца до ЖД переезда. Мы сейчас активно занимаемся подготовкой необходимой документации, технической, инвестиционной, в программу Фонда развития моногородов. И надеемся войти в эту программу в этом году. Предполагаем выполнить это с расширением дорожного полотна, с бордюрованием, с освещением. То есть это будет уже очень хорошего уровня дорога. Сейчас, к сожалению, пока она действительно создает очень много хлопот и проблем автолюбителям. Я прошу прощения, что вот это приходится переживать, но мы делаем все и многое стараемся для того, чтобы этот вопрос разрешить в этом году. И таких серьезных вопросов было много. Говорили о строительстве новой школы в 45-м микрорайоне, обновлении экстрим-парка и создании приюта для бездомных животных. Конечно, в дни проведения чемпионата мира по футболу невозможно было обойти эту тему. Айдар Раисович оказался ярым болельщиком. Сейчас набирает Аргентину. К сожалению, Германия не показала тот уровень, который показан на протяжении последних 10 лет. И это все интересно, это все здорово, это все продвигает футбол. И мы, наши мальчишки, вот имея возможность и по телевизору, и непосредственно видеть такой футбол, таких футболистов, конечно, они будут и расти. Поэтому это замечательная возможность, ту, которую мы и получили, и очень здорово используем. Разговор выдался живым. Любой мог затронуть интересующую тему. Но эфир на радиостанции не резиновый. Озвучить все вопросы просто-напросто не успели. Но ни один не останется без внимания. В завершение мэр города Айдар Метшин поздравил всех с Днем молодежи. Я всех поздравляю с наступающим Днем молодежи. Всем желаю здоровья и физического, и духовного. И чтобы наш прекрасный город развивался с нашей молодежью. Масштабное празднование в Нижнекамске состоится уже завтра.